Доброе утро, уважаемые коллеги, рад вас приветствовать. Потому что понимали, что мы видим, слышим друг друга и можем начинать нашу встречу. Так, напишите, пожалуйста, кому не видно, слышно, кто в этот летний день. Собственно говоря, решил потратить немножко времени. Я стараюсь сейчас в летний период вебинара делать по длительности до часа, да, на то, чтобы узнать, возможно, что-то новое, интересное, или же освежить знания, которые и так у вас хорошо были. Так, Свердловская область с нами, Шушинский, Красноярский край. Так, еще коллеги, я думаю, что 2-3 человека напишут. Теперь у нас тут новая прекрасная функция, вижу, у кого плохая связь. Таких 3-4 человека из на сегодня... из 38 присутствующих. Так, с нами Ярославль, Калужская область, Татарстан. Все видно и слышно. Отлично. Ну что же, так, Оренбург с нами. Вот коллеги Владимир. Вижу, что коллеги, вот Ярославская область, Наталья Жаркова. Постоянные слушатели присоединяются. Очень хорошо, очень приятно. Хотя, честно говоря, был уверен, что вы все уехали на море, отдыхаете. И никто не придет. Но пришли, и хорошо, это замечательно. Рад, что у вас нашлось немножко времени. Итак, надеюсь, вы все, тем не менее, хорошо отдыхаете. Поговорим мы сегодня об обучении монологической речи в начальной школе. Для тех, кто не знает, зовут меня Буров Илья Михайлович, ведущий методист издательства «Титул». Так, понятно. Ну что ж, давайте в этом разбираться. Тема на самом деле достаточно сложная. Именно сложная она как раз касаемо начальной школы. Потому что как начать? Да, вот эти вот вопросы у нас возникают. Как начать говорить на английском языке? Как объяснить детям все это? Как донести? С чего начать? С говорения, соответственно, это будет монологическая речь в первую очередь. Или же начать с чтения, с письма. В общем, все эти вопросы, я думаю, что многих из нас будоражат, и вот, собственно говоря, о них мы сегодня говорим. Итак, давайте с вами немножко попробуем пообщаться. Сложно ли начать обучать с нуля монологической речи? А работают ли одинаковые приемы со всеми учащимися или группами учащихся? Что сложнее, научить читать или научить говорить учащихся вторых классов? Выбирайте любые вопросы, которые вам нравятся, пишите в чат. Буду очень рад ответам, для того, чтобы мы понимали, на чем стоит сфокусировать сегодняшнее наше внимание. Давайте хотя бы несколько ответов. Так, вот мне разделяются. Чтение сложнее, пишет Ирина Каштункова. Наталья пишет, читать научить легче. Так, у кого еще какие мнения будут? Говорить сложнее научить. Угу. Для второго класса чтение сложнее. Так. Еще какие мнения будут? Читать научить легче, чем говорить, Светлана Казаковцева пишет. Так. А по другим вопросам кто что думает? То есть работают ли одинаковые приемы со всеми учащимися или, или группами учащихся? Сложно ли начать обучить монологической речи с нуля? Так, вижу, сложнее говорить. Так, 50 на 50, оно так вот ровно-ровно у нас расходится по вопросу, что сложнее. А по другим вопросам, что вы думаете? Давайте с вами попробуем подумать вместе, потому что для меня эти вопросы тоже сложные, скажем так, до сих пор стоят. До конца не раскрытыми, поскольку в силу обстоятельств во вторых классах я не скажу, чтобы очень много преподавал. Вот, но тем не менее такой опыт был, и все-таки у каждого свой ответ на эти вопросы. Не одинаково работают приемы. Дети и их уровень развития разные. Да, согласен. Так, еще какие будут мнения? Сейчас потом попробую все пояснить. Свою точку зрения. Так.
Одинаковые приемы работают по-разному для разных групп. Где-то эффективнее, где-то нет. Да, тоже абсолютно логично. Действительно, какие-то приемы лучше у нас проходят, какие-то хуже, и год от года ситуация может меняться кардинальным образом. Стандартные фразы легче запоминают. Ну да, конечно, поскольку они чаще звучат, это очень важный момент. Наличие мотивации должно иметь место. Все дети не могут подстроиться одинаково, абсолютно тоже верно. Кому-то сложнее, кому-то легче, кто-то легче воспринимает информацию в таком формате, кто-то тяжелее. Так. А сложно ли вообще начать обучать монологической речи с нуля? Давайте с позиции того, сложно или не сложно. Да, вот, в принципе, сложно или нет. Так, вот Наталья Жаркова пишет, сложно. У кого еще какие мнения будут? Смотря как обучать. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Так, сложно. Сложно, пишет Эльмира Расходова. В игре достаточно легко. Да, игры. Ну, игры это отдельная тема, но действительно в играх многие вещи проходят легче. Опять-таки, если мы говорим, а мы сегодня говорим о начальном этапе обучения, то через игры для начальной школы можно, допустим, ввести новую лексику в речь. Возможно, какие-то обыденные фразы, ну и как бы, на мой взгляд, собственно говоря, и все. Так, они на русском не могут свои мысли сформулировать. Вот, тоже еще один важный вопрос поднят. Хорошо, давайте попробуем все это разобрать от первого до последнего вопроса. Действительно, абсолютно верно пишет Татьяна. Когда мы говорим о вопросе, сложно ли начать обучать монологической речи с нуля, стоит помнить о том, что, давайте, да, в первую очередь говорить о второклассниках, что им действительно и на русском бывает сложно сформулировать свои мысли. Это происходит вследствие чего? Вследствие того, что с ними не всегда в достаточном объеме разговаривают дома, родные и близкие, у них не часто спрашивают их мнение, а мы начинаем в школе, особенно урок английского языка, собственно говоря, их мнение узнавать. И также возникает у них еще ряд сложностей, кстати, мало читают, что тоже их ограничивает в своих мыслях на родном языке. И, конечно, это несет накладку на иностранный язык, особенно в начальной школе. Работают ли одинаково приемы? Давайте поговорим об этом. Действительно, нет. Не просто так у нас существуют разные учебники, разные подходы. И в разных группах, в разные годы, собственно говоря, как что-то идет лучше, что-то хуже. Кому-то, допустим, подходят данные приемы, подходы каким-то группам. Я, поскольку у нас обучение групповое, я бы говорил в первую очередь об этом. Каким-то группам совершенно не подходят эти приемы, и никак это не работает. Это зависит от чего? От того, какое количество у нас в классе интровертов или экстравертов. Да, соответственно, с интровертами будет сложнее, с экстравертами проще в чем-то. Опять-таки, к чему склоняются они по психотипу, да, к аудиалу, визуалу или к кинестетику, да, что превалирует в них. Вот, эти факторы, конечно же, влияют. Ну и плюс, опять-таки, вот такие уже, скажем так, факторы мотивации поведения, это сколько у нас учащихся в классе, во втором классе пока что еще потенциальных хулиганов, сколько у нас в классе уже начинает быть отстающих, да, все это, конечно же, тоже очень сильно влияет. Что сложнее, научить читать или научить говорить учащихся вторых классов? Вот Татьяна уже поддерживает, ну и я тоже поддерживаю на 100%. На самом деле, как показывает практика, так вот, Вероника Юрова пишет, начинать несложно, сложнее поддерживать это на старшем этапе. Про старший этап мы тоже поговорим, я думаю, что уже в августе, да, вот как-то мы про говорение давно не говорили, про обучение монологической речи, я думаю, что мы к этому вернемся, плюс было какое-то количество вебинаров на эти темы.
На старшем этапе там возникают другие сложности. Сейчас мы попробуем так с вами. Вот видите, вам легко начать очень говорить. Мне, честно говоря, проще на старшем этапе развивать уже дальнейшие навыки, чем начинать учить говорить. Ну вот как-то я сфокусировался на старшей школе в свое время сильно. Так, значит, читать или говорить? На самом деле получается вот как. Я вот специально в последние дни как раз вспоминал, как обучают нас второму языку в ВУЗе, как это проходит в школе. Сначала, как ни парадоксально, мы учимся читать чаще всего по классике жанра в школе. Да, мы смотрим на буквы алфавита, мы начинаем их изучать, мы начинаем их после этого произносить. И, собственно говоря, это может привести нас к тому, что, скорее всего, читать научить легче. Не просто так мы с этого начинаем. Это тот подход, который используется в школе. Если мы говорим о раннем обучении или же ряде иностранных методик, то там чаще всего как раз мы будем говорить о том, что в первую очередь мы учим говорить, соответственно, обучение говорению будет происходить легче. И в первую очередь пойдет устная речь, да. Идет тогда устное опережение, абсолютно согласен с Вероникой Юровой. Вот. Но во втором классе как-то мы в первую очередь начинаем с визуализации, с чтения. Как так вот нас формат школы к этому приводит. И то, в принципе, неплохо и очень даже хорошо. Просто когда мы начинаем учить с раннего возраста, у нас намного больше времени, и нам не нужно таких быстрых и прогрессивных результатов. Когда мы уже начинаем обучать во втором классе или, там, допустим, второму иностранному языку в пятом классе или потом уже в ВУЗе, то, конечно же, требуются очень быстрые, качественные результаты. И поэтому изначально учащимся сложно, и все проходит, собственно говоря, на базе чтения. Давайте посмотрим на ряд определений, ряд высказываний, которые также, возможно, нам сегодня будут полезны. Как говорил Вайсвуд, проблема развития связной речи является одной из центральных задач школьного образования. И эти слова действительно актуальны по сей день, поскольку наши с вами школьники подчас очень плохо именно говорят на английском языке. Прочитать что-то могут, написать худо-бедно что-то могут, а вот с говорением как раз обычно большие проблемы. И мы сегодня будем часто использовать термин говорение, потому что монологическая речь – это то, что, собственно говоря, и начинает весь процесс говорения. Да, поэтому, конечно же, об этом стоит задуматься, над этим стоит работать, потому что очень обидно, когда, например, приезжаешь в Восточную Европу, где очень многие люди жили с нами фактически в одной стране, да, и совершенно спокойно в любом заведении, в любом месте все говорят на английском языке хотя бы на каком-то уровне. А у нас же, видите, как-то чаще всего это тяжело идет. Так, терминология. Давайте посмотрим. Анатолий Николаевич Щукин писал, что монолог – это высказывание, содержащее речь одного лица. В принципе, очень лаконичное, понятное определение, потому что действительно в монологе говорит один человек. Монологическая речь является формой речи, продуцируемой одним говорящим, как писал Миролюбов. И тут тоже все, в принципе, понятно. Опять-таки, мы уже видим в двух определениях, что если монолог, то это один человек. В принципе, это логично и понятно. И как писала Рогова, монолог является такой формой речи, когда ее выстраивает один человек, сам определяя структуру, композицию и языковые средства. Тоже очень точное определение, и все они говорят об одном и том, что мы с вами... Когда подразумеваем монологическую речь, монолог, говорим о речи одного человека, который сам определяет, как ему сказать, как построить речь, какой стиль выбрать и так далее. Задача обучения монологической речи. Научить выражать законченную мысль, потому что, вот опять-таки, возвращаясь
к тому, что писала Татьяна. Бывает сложно формулировать свои мысли, поэтому сейчас эта проблема становится такая максимально актуальной. То есть действительно, чтобы была у них возможность не только начать, но и закончить мысль, и причем логичным текстом. Развертывать мысль, потому что очень часто сейчас мы слышим косноязычную речь, когда учащиеся говорят крайне короткими фразами, а нам все-таки нужно, чтобы они были развернутыми, чтобы это были полноценные предложения. Рассуждать, сопоставлять и обобщать факты. Строить высказывания с соблюдением норм языка и особенностей избранного жанра. Очень часто бывает так, что у нас, наши учащиеся, особенно как раз со среднего и старшего этапа, неправильно выбирают жанр, да, не могут его, собственно говоря, определить. Допустим, когда эта монологическая речь идет в рамках какого-то диалога или обсуждения с одноклассниками, или же когда это выступление идет у нас на, допустим, научном характере, да, и достаточно официально они начинают использовать слова и выражения, которые неуместны в такой ситуации. Поэтому, конечно же, над этим тоже нужно работать, но это уже где-то начиная не со второго, а уже ближе к четвертому классу, скажем так, плотно. Разновидности монолога. Разделяет их на очень большое количество классификаций. Мы на некоторые из них с вами посмотрим. Итак, по цели высказывания: обосновать мнение, объяснить причину, похвалить, покритиковать и так далее. По виду: лекция, доклад. Ну, лекция, доклад в случае начальной школы — это когда они отчитываются о проделанной работе, или же когда они рассказывают что-то по презентации, да, здесь вот отдельно презентация выделена, ну, можно соединить. Приветственная речь — это то, с чем мы начинаем обычно работать, когда уже у нас появляются такие развернутые предложения. Это может быть рассказ или пересказ и так далее. Принципы обучения монологической речи. Если посмотреть в общем и целом, да, вот так глобально, то существует два пути. Путь сверху, когда он идет от текста к предложению, и путь снизу, от предложения к тексту. В современных методиках и учебниках чаще всего используется и тот, и другой принцип обучения вместе. Да, можем его выделить как третий. То есть когда-то мы идем от текста к предложению, допустим, пересказываем что-то. Когда-то мы идем снизу, когда нам дается предложение, мы его должны как-то модифицировать, или же мы должны как-то его дополнить. Соответственно, да, мы идем от предложения к развернутому логическому тексту высказывания. Как я уже говорил, да, путь сверху, исходная единица, соответственно, становится текст-образец, то есть тот текст, который мы будем пересказывать. Этапы происходят какие? Присвоение содержательного плана текста, когда мы запоминаем, какие факты там говорились, какие важные слова были произнесены, и, соответственно, мы их должны использовать. Затем идет пересказ, затем идет изменение ситуативных условий, когда мы должны наподобие, допустим, рассказать о чем-то другом. Путь снизу. Идет развертывание высказывания от элементарной единицы предложения к законченному монологу. Соответственно, этапы. Задания, стимулирующие короткому высказыванию по теме. Мы такие задания сегодня с вами увидим в большом количестве. Конкретизация и уточнение сказанного. И самостоятельное развернутое высказывание. Какие условия помогут нам для совершенствования речевых навыков? Во-первых, текст должен обеспечивать необходимую повторяемость материала, изученного ранее. Именно поэтому во многих учебниках мы видим, что одни и те же ситуации, одни и те же слова вводятся под разным углом в разных упражнениях. И когда мы видим такую устойчивую повторяемость материала, соответственно, это приводит нас к качественному результату, потому что не стоит забывать о том, что особенно в начальной школе учащихся в одно ухо влетело, а в другое вылетело, поэтому, конечно же, повторяемость нужна. Плюс, как мы с вами говорили на предыдущих вебинарах, когда мы одни и те же фразы, слова используем
в речи достаточно часто, именно в устной речи, они входят в наш активный словарь, то есть те слова, которые мы можем в любой момент вспомнить, произнести и использовать в своей речи. Поэтому, конечно же, повторяемость материала – это очень важный момент. Новизна часто достигается при помощи новых комбинаций слов. Соответственно, мы учим их различным словосочетаниям, разным выражениям, для того, чтобы они могли именно правильно комбинировать слова. Разговорный текст можно предъявлять визуально, а потом аудитивно. Это когда мы видим с вами какой-то диалог, они его просматривают глазами, затем мы его включаем на аудио. Тексты должны быть интересными и мотивирующими учеников к общению, ситуативно обусловленными. То есть, если, допустим, во втором классе мы будем говорить про андронный коллайдер, это будет совершенно неинтересно нашим с вами учащимся и, соответственно, никак не будет мотивировать их к дальнейшему общению. А если же мы, например, будем говорить о... Так, ну, например, о футболе, да, с мальчиками, девочками меньше, это будет интересно. Или же, допустим, о каких-то тех книгах, которые их в данный момент интересуют, то, конечно же, это приведет их к большему интересу, соответственно, это будет им давать и мотивацию к общению, это будет и ситуативно обусловлено, поэтому, конечно же, не стоит забывать об этом. Так, например, ну давайте попроще пример приведу. Если мы в средней старшей школе заведем речь на английском языке о сегодняшних поп-музыкальных кумирах молодежи, да, я уже начинаю постепенно выходить из состояния молодежи, уже чувствую это, вот, знаю, что это... Допустим, гречка и монеточка. Я сегодня гречку эту послушал перед вебинаром ради интереса. Ничего интересного не услышал, но тем не менее, если об этом поговорить, сказать, на что это похоже из того, что, допустим, слушали мы с вами, а там есть такие сложности, то поверьте, как это их заинтересует, они с удовольствием поддержат разговор. Так, ну что ж, давайте пойдем немножко дальше. Параметры контроля. Что может приниматься во внимание? Объем высказывания, темп речи, продолжительность речи, частота речи, количество простых и сложных предложений. Причем под частотой речи имеется в виду какое-то ограниченное количество ошибок. Но в то же время, если они будут ошибаться, в этом нет ничего страшного. Заметьте, жители Индии совершенно спокойно говорят по-английски, хотя они часто и ошибаются в фонетике, они часто могут ошибаться в словах, но поскольку у них нет языкового барьера, тем не менее их все равно всегда понимают, и не сильно это мешает коммуникации. Пожалуй, сильно мешает коммуникации вот фонетика, это как раз китайцам, поэтому они очень много приглашают иностранцев и из России, и из других стран, для того, чтобы научили другому диалекту английского языка. Собственно говоря, вот поэтому, если у нас учащиеся ошибаются, еще не устанут повторять, не поправляйте их сразу. Поправляйте их после того, как они уже высказались, для того, чтобы они не отвлекались на то, что правильно я это скажу, лучше сначала сказать. У нас и в речи, мы и в родной речи ошибаемся просто до бесконечности, и в этом нет никакой проблемы. Объекты контроля. Количественные критерии. Во-первых, разнообразие лексических единиц и грамматических структур. Но помним о том, что, допустим, во втором-четвертом классе хорошее высказывание у нас будет 5-7 предложений. Поэтому нужно учитывать, что за этот период лексических единиц должно быть просто достаточное количество. Мы помним, что по европейскому языковому портфелю это будет уровень А2, то есть возможность выживания, когда мы можем задать нужный вопрос, ответить на заданный вопрос в каких-то очень узкоограниченных темах.
Развернутость и логичность сообщения, да, чтобы не было, что начал про Фому, закончил про Ерему или вообще не закончил, что чаще происходит в начальной школе. Соответствие языковых средств ситуации и стилю общения. Наличие речевого намерения и его реализация. Качественные критерии – это соответствие высказыванию исходному тексту или теме, полнота раскрытия темы, но опять-таки в очень ограниченных количествах в начальной школе, аргументированность и логичность высказывания. А, причем, опять-таки, если аргументы просто кажутся нелогичными нами, это не всегда является минусом, потому что главное, чтобы были аргументы высказаны. Если мы с ними не согласны, это не значит, что нужно снижать каким-то образом оценку. Давайте посмотрим на типы упражнений. Об этом очень много писал Скалкин. Какие они есть? Это описание картинок. Это очень частое упражнение, которое используется у нас с вами в итоговом контроле. И в четвертом классе тоже, кстати, этот момент мы сегодня с вами тоже затронем. Репродуктивные упражнения, ситуативные упражнения, дискутивные упражнения. Ну, в начальной школе они используются достаточно мало, потому что дискуссиями в полном объеме мы начинаем заниматься, я думаю, класс 7. Композиционные упражнения. Описание картинок – это когда идет перевод зрительного кода в вербальный, то есть мы описываем то, что видим. Репродуктивное упражнение – это традиционный пересказ, рассматриваемый как подготовка к свободному выражению своих мыслей и чувств. То есть не стоит думать о том, что пересказами мы можем полностью закрыть проблему обучения монологической речи. На самом деле далеко нет, просто таким образом мы помогаем научиться выражать свои мысли устно, развернуто и понятно. Ситуативные упражнения. Как средство монологической речи используются как реальные, так и воображаемые. Дискутивные упражнения – это когда идет учебная дискуссия, когда высказывания каждого участника развернуты и связаны. Композиционные упражнения – разновидности устного сочинения. Давайте поговорим немножко о стереотипах. Я выбрал таких три самых популярных, скажем так, самых основных. Нас как раз, да, стало намного больше уже. Если у вас будут какие-то комментарии по ним, то я буду очень рад. Пожалуйста, высказывайтесь. Что называется, буду всячески за. Чем больше человек заучит наизусть, тем лучше он будет говорить. Очень часто те стереотипы, он живет с нами уже больше века. И действительно, вот, наверное, Александр пишет, нет, отлично. Но действительно, на самом деле он живет. Это просто удивительно. Хотя на самом деле именно по такому принципу обучали в начале 20 века, в конце 19 века. Я вам как человек, который открывал учебники по английскому языку того времени, могу точно сказать. Тогда да, использовался в основном именно такой метод. Кто сказал, что это не так? Об этом говорит, например, коммуникативная методика. Об этом говорят уже результаты многих лет. Что заучивать наизусть действительно, ну, очень хорошо, что мы не разошлись, это правильно, это хорошо, это значит, что мы все мыслим по-разному. То есть, что стоит учить? Учить стоит слова, но это не значит, что мы будем бесконечно писать словарный диктант. Это значит, что мы будем чаще использовать их в речи. Мы их подучим, мы их будем использовать. Если не получается их использовать, значит их еще нужно подучить. Но это не значит, что мы будем учить наизусть стихи. Или, допустим, до бесконечности во всем случае. Или же учить наизусть целые тексты. Ничего хуже этого нет. Так. Вот Наталья Жаркова. Ребенок не сможет воспроизводить заученные фразы в непредвиденных ситуациях. Да, именно так и происходит, потому что он их и не воспринимает на смысловом уровне. Да, вот Вероника Юла пишет, тогда это будет шаблонная фраза, если все подряд учить. Да, не стоит учить слова, готовая фраза. Ну, когда я говорю про слова, я и говорю про фразы, их можно до какой-то степени учить, но лучше их все-таки чаще использовать в активной речи.
И очень важно, чтобы они изучались именно в смысловом понимании, чтобы он не просто мог воспроизвести, что это переводится так, но чтобы он понимал смысл, он понимал, что их можно в какой-то момент использовать и максимально вводить в активную речь. Тогда запомнится, тогда точно все будет хорошо. Я вот прекрасно помню, как в институте на французском языке преподаватель нас все время заставляла заучивать тексты. Но это было просто невозможно. Нормально, хорошо мог выучить только один студент, который совершенно не понимал, о чем же идет речь в тексте, и просто вот по своим способностям мог легко все это, собственно говоря, пародировать. У меня, например, это совершенно не получалось. Точно так же есть энное количество учащихся, которым очень тяжело даются стихи. И, собственно говоря, это все отбивает в итоге мотивацию и идут совершенно плохие последствия. Да, шаблонные фразы тоже хорошо знать. Да, согласен, шаблонные фразы нужны, но нужно их подавать в какой-то интересной форме. Нужно их сразу вводить в активную речь. Это все будет работать намного лучше, чем, собственно говоря, все остальное. Ну, например, вот из практики могу сказать такой пример. Никак я не мог запомнить, да, как будет двигаться вперед, да, на английском языке. Все время вот из активной речи вылетал. В пассивном словаре все нормально, все есть. Как только попал в Англию и столкнулся с тем, что люди не проходят чуть дальше в метро, сразу же вспомнил и, собственно говоря, после нескольких употреблений произносил это уже просто на автопилоте. То есть нужно больше вводить в активную речь именно в необходимых ситуациях. Так, давайте с вами пойдем дальше. Стереотип номер два. Если попасть в языковую среду на неделю, то можно научиться свободно изъясняться на иностранном языке. Давайте рассмотрим этот стереотип в первую очередь применительно к начальной школе. Так ли это или нет? Да, такое стандартное время неделя обычно на большее средств ни у кого не хватает, то есть это 7-8 дней. Понятное дело, что если это будет месяц, а лучше 2, то действительно результат будет, да, вот Наталья Жиркова тоже согласна, и будет хороший такой результат. Но, конечно же, действительно недели мало, но в этом стереотипе не стоит разочаровывать родителей, потому что если они отправят учащихся своих детей хотя бы на неделю в языковую среду, хуже им от этого точно не будет и будет намного лучше. За неделю, ну, скажем так, вот у учащегося, который уже на достаточно высоком уровне, и по моим ощущениям, скажем так, в несколько раз действительно все становится лучше с произношением, с активной речью. Скажем так, процентов 30, можно сказать, прибавляется. В начальной школе, возможно, я думаю, что результат будет меньший, поскольку нет изначальных базовых знаний. Да, все-таки вот я думаю, что в общем и целом мы приходим к тому, что недели, в принципе, маловато. И третий стереотип, скажем так, самый живой на сегодняшний день. Педагог-носитель языка быстрее научит говорить на иностранном языке. По моим ощущениям, этот миф пошел из 80-х-90-х, когда у нас стали появляться педагоги-носители английского языка. Да, вот Наталья Жаркова пишет, не факт. Давайте тоже остальные присоединяйтесь. Не всегда. Я пока что промолчу. Так, какие еще есть мнения? Кто согласен, кто не согласен? Пишите, не стесняйтесь. Так, остальные как-то все. Сначала нет, потом дети привыкнут. Вопрос привыкнут к чему? Не думаю, Мира Расходова пишет. Так, какие еще есть мнения? Вот, Надежда Белова пишет, испытала на себе, учила итальянский с носителем. В голове такая каша.
Да, вот действительно, кстати, очень часто ответ будет именно такой. Так, it depends. Ну да, все зависит от условий. Иногда они вообще не педагоги, а кто угодно, просто слушать их приятно. Зависит от профессионализма учителя, это в первую очередь. Часто носители не могут объяснить грамматику, да, потому что для них это все естественно, банально, понятно, и они не видят причины что-то здесь объяснять. Это как вспоминается сразу, в большинстве институтов теоретическую грамматику заставляют слушать на английском языке. И это становится просто дикой каторгой, потому что и так сложно что-то понять именно в теории грамматики. Так тут еще и добавляется сложность то, что все-таки это на английском языке. Да, очень много терминов, и поэтому теряешься практически моментально. Допустим, я помню из всего моего курса, наверное, 2-3 человека легко могли понимать и хотя бы там на 80% понимали, о чем же идет речь. Так, хорошо. Да, действительно, носители языка могут научить, но особенно не на первом этапе. И, конечно же, не быстрее. То есть, да, от носителя языка можно хорошо поправить фонетику, можно, допустим, хорошо развить устные навыки речи, но опять-таки для этого нужна хорошая база. База А – преодоление языкового барьера. Б – это чтобы педагог это был профессиональный и смог, вот, скажем так, доуничтожить этот языковой барьер. И С, чтобы, конечно же, были базовые навыки, скажем так, определенный уровень, чтобы вам было, в принципе, о чем говорить. Так, вот Наталья Жиркова пишет. Сами англичане не всегда говорят правильно. Когда я жила 3 недели в Брайтоне, в семье ошибок очень много замечала. Да, действительно, они не всегда говорят правильно, хотя иногда в самых неожиданных местах встречаешь англичан, которые неожиданно говорят просто потрясающе. Возможно, заговоришь легко и свободно, но с ошибками, и другие люди, для которых английский язык не родной, будут тебя недостаточно хорошо понимать. Да нормально они будут понимать. Вот с этим совершенно не стоит, скажем так, заморачиваться. С ошибками нас поймут лучше, чем когда мы вообще молчим. И в принципе все они нормально понимают. Да, уже точно, я уже и в Англии побывав, могу вам точно об этом сказать. Да, и действительно совершенно непонятно, кто будет, да, говорить, допустим, хорошо на английском, соответственно, передавать эти знания, кто будет говорить не очень. Для меня было шоком, когда я встретил совершенно потрясающего англичанина, который говорил на идеальном английском языке, просто человек, который занимается информационной поддержкой в метро. Да, или, например, полицейского, который тоже очень хорошо говорил на английском языке и просто потрясающе все мог объяснить. Ну, допустим, американцев же англичане понимают, хотя они говорят практически на другом языке, допустим, это как русский и белорусский сравнить. Хорошо. Но, тем не менее, такой стереотип есть. Чаще всего этот стереотип на самом деле играет злую шутку с нами. Поскольку приходят родители на родительские собрания и начинают говорить, что да что это такое, да ничему вы научить не можете, да у вас там Russian English. И, собственно говоря, именно поэтому у ученика ничего не получается. Да, поэтому тут нужно все раскладывать по полочкам, сразу же такое пресекать, причем профессионально. И говорить о том, что на каком этапе, да, это замечательно, а на каком этапе нет, этого, это совершенно не подходит. Так, что меня больше всего удивило, преподаватели в колледже, пишет Наталья Жиркова, 3 недели я еще обучалась ради интереса в колледже Брайтоне, не исправляет ошибки у студентов. А я по привычке правильно про себя, начинал правильно про себя шептать. Они не поправляют ошибки, потому что они понимают, что самое главное, это для того, чтобы человек говорил, а не то, чтобы он говорил идеально правильно. Потому что для коммуникации ему говорить идеально правильно не обязательно. Собственно говоря, еще раз возвращаемся к тому, что мы и в обычной речи допускаем ряд ошибок. Посмотрите даже на ряд дипломатов.
при всем их профессионализме, при всем их, при всей их подготовленности время от времени да что-нибудь проскакивает. Ну, взять, например, из самых известных Виталия Чуркина, да, который время от времени переходил на эмоции, да, и из-за этого его речь сбивалась. Даже при всей выдержке Лаврова тоже у него время от времени что-то проскакивает. А что говорить об обычном человеке, который вообще не подготовлен, не тренирован для этого? Да и на телевидении, что часто мы слышим, слова неправильные на родном языке. И еще кучу ошибок, собственно говоря, делают. А фонетику-то надо отработать. Да, ее можно отработать, но хотя бы в конце. Не знаю, поправляли они потом после выступлений что-то. В конце, да, действительно ее стоит отрабатывать. Но опять-таки 100% мы все равно не получим, потому что что греха таить. У нас все-таки Russian English как есть, так и есть. А у 90% как минимум. Но, скажем так, сделать так, чтобы она, все было понятно, да, это мы можем. Вот, Рузана Валеева пишет, да уж, перебивать и исправлять ошибки – это типичная черта наших учителей и преподавателей. Такой способ унизить другого бессознательно. Толку от этих исправлений ноль. Да, действительно, вот абсолютно в точку. Абсолютно согласен с Рузанной. То есть получается так, что мы-то думаем, что мы делаем хорошее дело, что мы показываем свой профессионализм. Да? Я через эту ошибку просто тоже проходил. Точнее, через меня ее проводили, когда меня требовали так делать, а я категорически говорил, что мне это неинтересно, я так делать не буду. Вот. Заканчивалось до того, что мне пытались объяснить, что просто это мой уровень настолько слаб, что я не вижу этих ошибок. Вот. Собственно говоря, на самом деле, действительно, с точки зрения школьника, в начальной школе он будет очень сильно смущаться, потом в средней старшей школе он будет думать, что его пытаются унизить, и все это, как снежный ком, просто приводит к дичайшему языковому барьеру. Поэтому смысла в этом совершенно нет. Для этого, для исправления у нас есть чтение, для исправления у нас есть письменная речь. В общем, масса возможностей. Наталья Малыш пишет, мне понравилось, как говорят по-английски жители Швеции, разных этносов и социальных слоев. Да, потому что их хорошо учат, хорошая выстроена система, поэтому у них с английским языком проблем нет. Плюс еще тут такой геополитический фактор. В Швеции они прекрасно понимают, что они, скажем так, максимально вовлечены в международную торговлю, вообще во все международные процессы, поэтому, конечно же, для них английский язык является крайне важным, и поэтому они его активно используют в речи. Это тоже стимулирует правильную речь. Так, ну что ж, давайте постепенно дойдем до приемов обучения, до, собственно говоря, примеров. И, собственно говоря, поговорим об этом. Итак, какая система приемов обучения говорению в МК применяется в happyenglish.ru? Во-первых, используется путь от языка речи, это такой как глобальный принцип. Идет опора на родной язык с последним уменьшением доли использования родного языка. Дается посильность, поэтапность формирования навыков, и это очень важно, это помогает с мотивацией, помогает с тем, чтобы учащийся не отстал от поезда. Применяется наглядность, многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей. Проблемные задания репродуктивного характера. И давайте посмотрим на одни из самых первых примеров, самых первых страниц, когда, как, собственно говоря, происходит. Я обращу ваше внимание не только на задания на монологическую речь, но еще на те задания, которые предшествуют этому. Значит, начиная с третьего. А теперь Робинзон ненароком откусил некоторые буквы, верни их на место, прочитай получившиеся слова. То есть, как я и говорил, мы чаще идем от чтения к говорению. Да, они вставляют эти буквы, которые они только-только изучили, они на них посмотрели, они их произнесли, да, то есть такая смесь говорения и чтения. Вот они их тут вставляют. Далее. Робинзон хотел прочитать слова, которые составила Аня, но случайно перепутал все буквы, замахнув крылом.
Установим все слова, которые могут получиться из этих букв. Каждую букву можно использовать только один раз. Да, то есть, опять-таки, мы идем к чтению и произношению, скажем так, этих слов. Затем уже задание на говорение, такое, которое вот будет на самом минимальном уровне. В принципе, для второго класса, для самых первых страниц, это будет уже монологическое высказывание. Произнесите слова. Да, слова нам даются в транскрипции, мы их должны именно произнести. А это будет самое короткие монологические высказывания, которые возможны во время самых первых шагов обучения иностранному языку. Давайте посмотрим дальше. Конечно же, используется и аудирование, да, когда нам требуется послушать, как произносится звук «б», повторить его, и затем его произнести. Так. Вот, пожалуйста, репродукция. Послушай, как Мартин произносит эти слова, и повтори их за ним. То есть так мы учим вот эти первые слова. Но, тем не менее, нет нигде задания «заучи эти слова». Нет, они просто так часто будут повторяться, что учащиеся будут их помнить. Так, это на аудирование. Прочитай слова и найди два новых. И чаще всего, когда мы говорим прочитать слова во втором классе, идет чтение именно вслух. Опять-таки, на повторение. Попробуй прочитать новые слова. Рисунки и русский перевод помогут тебе узнать, что они означают. То есть мы стараемся визуализировать образы для того, чтобы они действительно запомнили эти новые слова. Затем мы уже учимся представляться. Начинается все с того, что нам дается образец, нам дается ситуация. Робинзон залетел к вам в класс, поздоровайся с ним и представься. Дается образец. Hi, I'm Olga. И дальше опять-таки снова мы возвращаемся к чтению, да, что говорят персонажи на картинках, дается образец, затем нужно все это вставить, соответственно, прочитать. Затем требуется составить рассказ от имени девочки по образцу. То есть мы все время комбинируем чтение и говорение в монологической речи. И как мы видим, да, я именно поэтому показываю по несколько упражнений сразу, все время идет повторяемость материала для того, чтобы учащиеся действительно все запомнили. Потому что самая частая проблема, которая возникает особенно во втором классе, потом чуть меньше эта проблема идет с нами дальше в начальной школе, что когда ученик забуксовал в самом начале обучения, не поверив в себя, допустим, некачественно выполняя домашние задания, начинает отставать. И очень часто мы встречаемся с тем, что к концу второго класса учитель на него махнул рукой, так, вот сейчас отвечу на вопрос, хотя на него уже ответили. И чаще всего вот он начинает потом отставать, на него махнули рукой, и дальше это тянется как снежный ком. Поэтому вот такой, скажем так, совет, я надеюсь, что многие из вас его поддержат. Ни в коем случае во втором классе не давайте никому отставать. То есть тяните прямо изо всех сил. Если действительно что-то совсем не получается, пускай действительно учат слова именно те, у кого совсем ничего не получается. Максимально старайтесь уделять им время, давать им время на ответ, потому что потом наверстать будет намного сложнее. Так, зачем ребенку из второго класса нужно знать, как будет корзина для мусора? Действительно, абсолютно верно, этот предмет находится в классе. Мне совершенно непонятны другие вещи. Зачем? Ну, это больше касается средней старшей школы. Зачем знать энные темы и слова, допустим, ту же тему глобализация, большинству учащихся, когда это совершенно не относится к тем ситуациям общения, с которыми они столкнутся в 90% случаев. То есть это тут целый отдельный разговор. Но как будет слово «корзина для мусора», я думаю, что да, учащимся знать нужно. Да, действительно, вот иногда подбор слов вызывает сомнения, но есть те слова, которые действительно часто употребимый, поэтому
их нужно знать. Если в нашей, скажем так, российской действительности слово мусор и, скажем так, слово мусорное ведро не часто используется, то у иностранцев это очень важный момент. Я, например, когда приехал в Хорватию и больше там 10 дней пробовал в одном месте, мне сразу же владелец отеля привел к мусорным бакам и показал, куда какой мусор нужно обязательно складывать и что ни в коем случае нельзя все это путать. В Германии это доходит вообще до очень таких курьезных случаев, когда нужно сдирать этикетку с упаковки от йогурта. Поэтому, конечно же, такие слова знать нужно. Составь рассказ о себе по образцу. Да, это уже к концу второго класса у нас идет, дается образец. Да, то есть нужно назвать, какие у вас есть родственники, как их зовут. Да, вот ну, такие слова, как стойка на руках или домик на дереве, думаю, ни к чему. Честно, я даже не вспомню, как это будет на английском языке. Вот нет, вообще не вспомню, потому что просто не требовалось. Вот, и затем дается уже более такое свободное задание. Расскажи классу о своем соседе или соседке. Да, скажем так, это будет уже задание чуть повышенной сложности, потому что нет никакого образца. Здесь уже должно быть хотя бы 2-3 предложения, которые они придумают самостоятельно. Handstand. Вот, запомню. Хорошо, постараюсь во всяком случае. Казалось бы, вот как легко и просто. Но будет ли это часто нужно? Не факт. Скажи, чьи это вещи и животные. Опять-таки дается образец, и по образцу мы уже должны сказать. Так постепенно мы переходим к полноценным, самостоятельным, нологическим высказываниям. Теперь посмотрим, что же нам предлагается в четвертом классе. Все так же мы работаем еще с образцами. Да, вот как в третьем упражнении, когда Моргана пытается предсказать твое ближайшее будущее, скажи, о чем она догадалась правильно, неправильно, исправь ее ошибки. То есть мы еще работаем все время с образцами, но постепенно мы все больше и больше переходим к такой, скажем так, полноценной самостоятельной речи, когда нам дается лишь ситуация. Такое задание. Сравни учеников Моргана, используя прилагательные в скобках. Или ответь на вопросы об Аниных друзьях. Да, вот как скучно выглядят учебники для детей. На самом деле мы на них смотрим, скажем так, глазами взрослого. Для учащихся все это немножко происходит по-другому. То есть тут совершенно другая история. Если посмотреть на учебники, скажем так, иностранные, ну, очень сильно там ничего отличаться не будет. То есть, и а потом, опять-таки, в начальной школе очень многое зависит от нас с вами, от учителя. Учебник не может вот эти вещи заложить. Я, допустим, для того, чтобы повторить пройденную на прошлом уроке лексику, делал просто. Брал в руки мяч, кто ловит мяч, тот отвечает на мой вопрос. Или же называет какое-то слово. Ну, то есть, там разные игры были. Сразу же на 5-7 минут все были в абсолютном восторге. Хотя я просто кидал мяч и требовал ответа на те вопросы, которые могли бы звучать без этого мячика. В учебнике же мы не можем изложить, да, то, что возьмите мяч там, и так далее. Чаще всего, плюс опять-таки ограничения по примерной программе, в ГОСам и так далее. Очень хорошее задание. Скажи, кто в твоем классе самый сильный, остроумный, высокий, худой, смелый, умный, хитрый, спортивный, низкий, добрый. Актуальное для них ситуация в четвертом классе. Такое задание пройдет достаточно весело. Плюс ко всему, здесь уже дается нам полная свобода действий, нам не дается никакой опоры. То есть мы проверяем, насколько хорошо они уже умеют в четвертом классе выражать свои мысли. И так далее. Так, давайте пойдем с вами немножко дальше. Что предлагается сделать? Посмотреть на эти книги и ответить на вопросы о каждой из них. Да, то есть здесь мы уже постепенно переходим с одной стороны к диалогу,
С другой стороны, мы учимся что-то говорить по плану. Да, в данном случае планом будут у нас с вами звучать вопросы. Так. Ответь на вопрос о себе. Да, тоже очень такое часто распространенное задание. Ну, вопросы интересные. Любишь ты ли крем, там, шоколад, мороженое? То есть тоже получается такое у нас работа с планом, то есть высказывание по плану. Можно опять-таки уже начинать проводить в формате диалога, как кто-то зачитывает эти вопросы, соответственно, другой отвечает. С тем приемом обучения говорению в МК Мили. Введение лексики через контекст, использование песен и рифмовок для введения структуры формирования фонетических навыков, игры для тренировки лексики и структур, изготовление поделок и персонализации. Да, вот именно поэтому здесь очень много заданий listen, look and say, да, когда мы должны, соответственно, послушать, посмотреть и произнести. Очень много заданий read and make, причем мы работаем с инструкциями. После этого мы разыгрываем какие-то диалоги, связанные с этими поделками. Таких заданий очень много, начиная со второго и заканчивая четвертым классом. Или же, когда мы должны прочитать текст и ответить на какие-то вопросы. Соответственно, отвечать мы будем устно. Очень много игр. Read and play the game. Да? Собственно говоря, когда мы должны просто ответить на какие-то вопросы. Еще одно интересное пособие, на которое стоит обратить внимание в свете, когда мы говорим о монологической речи, не так часто мы его пока что показываем, потому что это новинка. Серия «Учу сам», автор Елена Белоус. Тренировочные упражнения, да, для второго класса. Есть такая же книга для третьего класса, но мы посмотрим на базе второго. Здесь от нас с вами что требуется. Например, соотнести текст с картинками, одна картинка лишняя. С одной стороны, это, конечно же, задание на чтение. Ну, как, насколько все у нас с вами перемешано. Но здесь мы показываем то, как правильно описывать картинки. Опять-таки, помню о том, что у нас на экзаменах будет работа с картинками. Это тоже крайне актуально, потому что мы учимся анализировать картинки, описывать картинки, да, вот через, в данном случае, чтение. Или составь предложение, затем, конечно же, имеет смысл и зачитать. Тоже будет уже у нас подготовка к правильному говорению, мы учим правильно строить предложение, как в письменной, так и в устной речи. Соединение предложения с картинками, то есть, опять-таки, мы учимся кратко описывать картинки, мы вспоминаем лексику, мы запоминаем необходимую лексику. Причем очень наглядно и, если еще не в активной речи, то в активной, скажем так, ситуации. Опять-таки, соедини слова с картинками. Хорошая альтернатива словарным диктантам, потому что здесь сразу мы сможем понять, либо они понимают, какое слово к чему относится, либо они этого не понимают. Если они пару слов сделают методом догадки и методом исключения, ничего страшного из этого не будет. Еще одно упражнение. Опять-таки нужно соединить предложение с картинками. Или же нужно вот, чуть выше поработать с уже диалогами. Это все тоже постепенно нас готовит к монологической речи. Мы учимся, да, уже в данном случае более развернуто описывать те действия, которые происходят на той или иной картинке. Итак, мы подходим к тому, что нас ждет уже в конце четвертого класса. Это контроль. В данном случае заданием на контроль будет в первую очередь на монологическое высказывание. Когда есть картинки, это здорово. Вот маленький межстрочный интервал явно не friendly. Вы знаете, а тут тоже не всегда совсем понятно. Конечно, да, когда хороший межстрочный интервал, это очень замечательно. Но, опять-таки, я вот помню, что где-то уже к концу второго класса, к третьему, я просто очень много читал художественной литературы. Меня этот интервал, скорее, начинал уже напрягать, мне было его слишком много. Но тут, опять-таки, все очень индивидуально. Итак,
Про контроль в четвертом классе. Есть вообще учебники, где ну, настолько все мелкое, что и взрослому человеку сложно разобрать, что там написано. То есть тут разные подходы, разные требования, поэтому все достаточно сложно. Итак, в четвертом классе, например, на базовом уровне Елена Николаевна Соловова предлагает нам с вами в качестве итогового контроля номологическое высказывание поработать с картинкой, описать картинку или фотографию. Дается задание, то есть внимательно нужно посмотреть на изображение, прочитать вопросы картинки, фотографии, прочитать примеры, как ты можешь начать свой ответ, составить устные ответы на вопросы, ты можешь использовать предложенные опоры. Да, то есть в данном случае нам и даются и опоры, нам даются и вопросы как план. То есть у нас есть все возможности для того, чтобы описать данную картинку. Это уже будет развернутое высказывание как раз из пяти предложений. Ну, возможно, кто-то даст еще парочку дополнительных. Это будет просто замечательно. На повышенном уровне, опять-таки, нам дается примерно такое же задание, но картинка чуть сложнее. Ситуация, скажем так, чуть менее часто используемая уже в четвертом классе. Да, то есть снова мы возвращаемся к покупке продуктов, вообще к, скажем так, продуктовой теме. И прежде чем подойти к концу, давайте попробуем подвести итоги. Как мы с вами говорили, обучать монологической речи достаточно сложно. И 50 на 50. Кому-то сложнее обучить чтению, кому-то сложнее обучить говорению. А что очень важно, еще раз хочу подчеркнуть, что особенно когда мы говорим, поскольку мы сегодня говорим об обучении в начальной школе, то в первую очередь мы затрагиваем второй класс. И не стоит, скажем так, опускать руки на тех учащихся, у которых не все и не сразу получается. Наоборот, нужно приложить все усилия, чтобы потом в течение оставшихся 9-10 лет не испытывать трудности с их обучением. А сейчас отвечу на вопрос. Да, плюс также, двигаясь дальше, вспоминая про стереотипы, нужно помнить, что такие стереотипы существуют, что они бытуют в родительской среде, что они бытуют у наших с вами коллег, и чаще всего не по преподавателям английского языка, они существуют у заучей, они существуют у директоров, прошу прощения, директоров. Поэтому это надо учитывать, нужно всегда быть готовым ответить на вопросы, поставленные этими стереотипами, да, ответить профессионально, что всегда будет только нам, для нас с вами плюсом. Едем дальше. И как раз переходим уже к... Значит, да, прежде чем перейдем к контролю, стоит помнить о том, что у нас есть разная система обучения, разные пути, поэтому в каждом случае лучше подбирать подходящий учебник, благо что... пока что нам это позволительно, нам еще это можно. Переходя к контролю, да, вот Анна Ивановна пишет, что на базе 4 класса это сложно, на самом деле здесь все ровно в рамках требований, соответственно, базового и повышенного уровня по отдельности начальной школы, то есть 5 предложений по плану они должны нам с вами сказать. В ОГЭ, ЕГЭ подобные задания с описанием картинки, но там уровень сложнее, там нет никаких опор, да, кроме самого плана. Здесь же нам дается все, и в принципе среднестатистический ученик с этим заданием совершенно спокойно, поверьте мне, может справиться. Просто, возможно, вы именно сами не успеваете переключиться со средней старшей школы на начальную, требуете от них большего, чем, собственно говоря, требуется в начальной школе. Это тоже очень частая проблема, которая ходит за нами по пятам, когда мы преподаем в начальной школе. То есть это уметь переключаться с требований для средней старшей школы на требования для начальной школы. Что вот такой объем, такие достаточно ограниченные предложения будут хорошим результатом, который заслуживает оценок там, 4-5 в начальной школе. Я надеюсь, что, собственно говоря, эту тему я вам раскрыл достаточно полно, что то, что вы ожидали услышать, вы услышали, что, возможно, что-то нового, интересного узнали, либо
освежили в памяти ту информацию, которая, скажем так, уже куда-то ушла. Напоминаю вам, что мы вас всех приглашаем и на форум на englishteachers.ru. У нас проходят различные интересные мероприятия, интернет-магазин, где все время у нас появляются различные новинки. И к нам, конечно же, в социальные сети, в которых есть и конкурсы репостов, и еще много интересной информации. Мы сейчас постепенно пытаемся ввести рубрику «Слово дня», да, или «Фраза дня», ну, в зависимости от, да, пытаемся как-то расширить контент, да, содержание. Вот, поэтому присоединяйтесь тоже. И хочу напомнить о том, что у нас вышли новинки. Это новые электронные книги. Серия Title Classics, Title Junior Classics и Title Action. Это электронные книги, да, которые можно читать и слушать с удовольствием. Там очень интересные технологии применены, когда аудио идет, допустим, запись, и текст в этот момент подсвечивается, автоматически страницы перелистываются. Их можно и просто читать, как в читалках на телефоне и так далее. То есть я думаю, что книги хорошие, интересные и стоят достаточно недорого, плюс они их можно получить в 2 секунды, поэтому читайте на здоровье. Так, сейчас, конечно же, я вам дам код для скачивания сертификата, покажу, как получить сертификат для тех, кто забыл или же, наоборот, только впервые к нам сегодня присоединился. Вот. Получайте, пожалуйста, сертификаты. Я еще раз скажу, что надеюсь, что сегодняшняя наша встреча прошла не зря. Я вам желаю хорошего продолжения отдыха. Да, еще энная часть лета впереди. У многих только-только начался полноценный отпуск. А нет, прошу прощения, он уже в середине пути. Вот, поэтому отдыхайте как следует, набирайте сил к новому учебному году. И приглашаю всех на вебинар, который пройдет во вторник по современным тенденциям. Поверьте, я пока так чуть-чуть приоткрою завесу тайны. Я подготовил очень интересный материал, я уже почти закончил, скажем так, на которых, то есть на этом вебинаре мы поговорим действительно о том, что сейчас, вот, скажем так, нас с вами будоражит, является, скажем так, современными проблемами. Как на мой взгляд, так я это вижу в, скажем так, в журналистике тоже эти проблемы освещаются в профессиональной среде, то есть что является для нас сейчас первостепенными вызовами, на которые либо мы раньше не обращали внимания, либо они были столь первостепенными. Так что приходите. Спасибо большое, всего доброго и до новых встреч.